Вчера ты решил убить свою любовь. 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 Ты сообщил мне об этом в пятницу. Ровно в 18:46. В районе 9-го этажа, пока мы ехали в лифте. Ты аккуратно поправил воротничок выглаженной рубашки, улыбнулся своему безупречному отражению в зеркале и вот так просто выдал: «Я решил убить свою любовь». Я промолчала, и тебе понравилось. Я должна была бы начать с тобой спорить, как нормальная женщина, и говорить тебе о Боге, о том, что любовь есть Бог, и что убить себе любовь — это все равно, что убить себе Бога, и что мироздание не простит себе, и что ты глупый. Но вместо этого почему-то подумала, что ты чертов гений. Я подумала, а пусть попробует. Я подумала, что всякий человек, если думает, что полюбил, должен сначала попробовать всеми силами убить свою любовь. И если она сдохнет, то это была не любовь. И говорить о ней стыдно и жалко, и писать о ней книги и песни не стоит, и дети от нее не должны родиться. Я подумала, что в мире и так хватает уродства, чтобы всякое чувство внутри себя называть любовью. Я подумала, что если у тебя не получится, то ты сам увидишь, как она торчит из тебя во все стороны, и как ты красив в ней, и тогда ты придешь рассказать мне об этом. 5-й и 4-й этаж понадобились мне для быстрой арифметики. На 3-м этаже я набрала в легкий воздух, чтобы сказать тебе, что я душу свою любовь к тебе сегодня ровно как 39 дней. И что все мои успехи за месяц неравной борьбы — огромный ком чувств, который я кое-как запихала в наскоро расколоченный ящик. Я сижу на нем и жду, пока оно там задохнется и умрет. А оно все растет и рвется наружу. Черт его знает, чем оно там питается и дышит. Но я ничего тебе не сказала. В районе 2-го этажа я все еще стояла к тебе спиной, и долбанный ящик внутри пошел ходуном, оно рвалось оттуда и шептало: «Выпусти». И пол-лифта, заметив все это, решил предательски поплыть из-под ног. Сердце дернулось, кувыркнулось и свалилось в шахту. Я зачем-то посмотрела вверх и подумала: «Господи, если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы он не коснулся меня сейчас, даже случайно, когда мы будем выходить из лифта». И он не коснулся. И мы вышли из лифта. Мы выходим в морозный вечер из дома и идем в кино, каждый со своей любовью. Каждый бьет ее и душит, потому что очень боится любить. Взрослые, глупые, покалеченные люди, которые никак не могут друг с другом поговорить и о чем-нибудь договориться.